Всем привет, играем в Фазмофобию Блисдейл Фармхаус. Джордж Тейлор. Паранормальное явление, распятие, соль. Такие вот у нас классические цели, без вот этих вот новомодных... Зачем я блокнот взяла? Без вот этих новомодных дополнений, которые фиг выполнишь. Так, щиток у нас в этом самом... На самом верхнем этаже, на чердаке. Чердак-то называется. В приличном обществе это называется чердак. Здравствуйте, Джордж. Вас Джордж зовут? Я забыла, пока шла. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак, Джордж. Знак даешь, нет? Сколько тебе лет? Что-то как будто он топнул тут где-то. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Ха! А я услышала, что ты close. Чё здесь по температуре? Видимо, будет плюс. Так, ну пойдем свет включать. Водичку включил. Ну, потому что, а чё еще в ванной делать? Хотя там можно кидаться шампунями. Национальная призрачья забава. Кинь шампунем в соседа. Доску сейчас быстренько тут глянем, заодно кость. С костями беда какая-то. Кости просто как будто бы пропали из этой игры. Интересное расположение. Ты сам воду выключил? Хорош. Ну да, тут отрицательно не будет. Так, здесь у нас что? Чемоданы. Кружка радио. Пивас. Ничего интересного, короче. Здесь заяц. О, кость нашлась! Кость нашлась! Заяц, конечно же, возьмем себе. Да ну перестань. Так, ну чё? Пойдемте отсюда. А, знаете, кстати, что? Мне сказали, что если кинуть... подождите. Если кинуть куклу Вуду, а с лестницы она будет плясать. Мне тут написали в комментариях. Сейчас прямо возьмем и проверим. И не дай боже, она не запляшет. Человек, который мне это посоветовал. Да ладно. Фазмофобии столько всяких гличей, что я не удивлюсь, если так и есть. Но она просто падает. Ну, я думала, будет веселей, если честно. Мне обещали, что она будет танцевать. Здесь доска может быть где-то еще? Спрашиваю я у вас. Как будто вы мне сейчас сможете ответить.
там, может, в дальней комнате. Не помню, кстати, рассказывала или нет. Будет обнова там когда-то. В скором времени. Ну, короче, разрабы работают над этим. Непонятно, когда это будет, но будет. В Графтоне появятся шкафчики, чтобы там прятаться. Потому что в Графтоне до сих пор нету ни одного шкафчика. И, ну, это печально. Распятие соль. Я стала свидетелем паранормального явления. Не знаю, в чем была паранормальность. В воде, наверное. А может, в том, что кукла запрыгала по лестнице. Не знаю, я ничего не видела паранормального. Кость, вот, кость нашлась. Для меня это сейчас паранормально. Заяц пока тут лежит. Ничего не происходит. В принципе, призрак достаточно спокойный. Он как-то, ну, вроде топает что-то там, светом моргает, воду включает, но больше никак себя не проявляет. Такой немножко пассивненький. Так, соль сработала. Давайте вот так. А что у нас там по уликам? У нас радио было, да? Радио было. Он нам ответил, сказал, что он close. Что у нас там еще может быть? Да, там целая россыпь, кстати, может быть, призраков с радиоприемником. Единственное, что, так как температура положительная, немножко сокращает список, но, тем не менее, там еще прям много кто может быть интересный. Видели призрака? Чё-то не пойму, то ли я слепая, то ли... Что? Ладно, допустим. Может, там была какая-то совсем неуловимая тень, неразличимая обычным глазом. Ну, может быть, меня, конечно, отсветило в экран, и я не заметила. Джордж Тейлор. Ну, а может и нет. Блин, дверь, конечно. Ничего не видно. Ничего не видно. Ну, вот так давайте. Мозги немного осталось. Если что, придется бежать. Таблетки я пить не очень хочу, потому что... Мне хочется, чтобы сработало распятие как можно раньше. Потому что мы с этой целью можем очень надолго здесь застрять. Поэтому, если будет охота, то пусть будет. Я лучше выпью таблетки потом, когда тут буду ходить, бегать, фотографировать куклы.
Ну, судя по всему, без отпечатков. Блин, я думала, атака. Я уже подумала, что зря я без фонаря побежала. Ну ладно, ничего страшного. А я свет-то, кстати, там выключила. Распятие сработало. Кайф. А вроде бы все и видно, а вроде бы нет. Так, ну у нас что осталось из улик-то? У нас осталось еще МП-5, да? В блокнот он пока не пишет. Но, может, написал, уже просто не видно. Давайте, знаете что, еще одну камеру возьмем. Поставим ее в коридор на всякий случай. Выключим там сейчас свет. И таблеточку выпьем. Теперь нам атака не нужна. Если получится ее избежать, то я считаю так лучшему. Я бы, конечно, посмотрела бы на призрака, но он может и так появиться. Во время атаки разглядывать призрака не лучше вообще. Не лучшая идея. Давайте вот так еще поставим. Ой, зайца скинул, гляньте. Злюк какая. Че, сколько? Джва. Так. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Покажись. Ты здесь? А, здесь свет горит. Сейчас. Ты здесь? Сколько тебе лет? Ты молодой? Чё упало? Чё упало? Или не здесь? Пиваса, может, кидаешься тут, нет? Бутылка, кстати, упала. Не выдержала напряжения. Так, ладно, весь свет горит? Фонарь я забираю. Вот это выключим. Нормально. Голышок. Это голышок. А чё он так близко-то? Хорош. Я думала, догонит. Он так уверенно за мной шел. Мы пока в догонялки играли, блин, уже и атака закончилась. Меня засчитали призрака? Конечно же, нет. Так, ну что-то цели мы все выполнили, а что за призрак, так и не поняли. Быстро он так втопил за мной, может быть, это джин? И он ускорился?
Но у Джина же какие-то другие эти, да? Вот по радио что здесь? Дух? Мираж нет, полтергейст, Джин есть, да. Они. Что там на Джина? Призрачный огонек. Если призрачный огонек есть, то это Джин. Пролетел, да? Вы видите, он что он делает? Он на фоне окна летает. На фоне белого окна летает. Вот он сейчас пролетел. Слушайте, ну это Джин. Стопудово. Он очень быстро до меня дошел. Точно не Мара, а полтергейст отпечатки. Ну да, это Джин. Это Джин. А вот здесь, кстати, видно на вот этом. Нет, не видно. И здесь не видно. Ну, короче, только на одной камере видно. Блин, ну это самое, было опасненько. Было опасненько, но тем не менее мы все выполнили. Я думаю, что можно ехать. Да, Джин. Ну, такая вот охота, новых целей, к сожалению, не было, были старые. Зато была остросюжетная охота, достойная какого-нибудь голливудского боевика. Спасибо, что смотрели, пишите комментарии, ставьте лайки, я с вами прощаюсь, всем пока-пока.